До 64 человек увеличилось число жертв сильнейшего пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Установлены личности 15 погибших. Остаются пропавшие без вести около 10. Разбор завалов продолжается. Спасатели работают с риском для жизни. Возникают новые возгорания. Владимир Путин держит ситуацию с пожаром в Кемерове на личном контроле. Он получил доклады главы МЧС, а также губернатора Кемеровской области. Глава государства дал ряд поручений об оказании всей необходимой помощи. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Президент выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии. В Кемерове стихийный мемориал возник у здания сгоревшего торгового центра. В Москве люди несут цветы к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице, зажигают свечи. Слова поддержки и сочувствия поступают из-за рубежа.